Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Без нитроса. Ёбать, мы перелетели мост. Минуточку внимания, хочу посетить вам свой бизнес. Мой бизнес — это аптека в городе Южный. Находится он возле башни Останкино, а также рядом возле СТО Южного. Найти мой бизнес можно через GPS, 6 раздел. Листайте в самый низ, и вот мой бизнес, 41-й. В моем бизнесе вы можете купить аптечки, маски и разные лекарства, и не только. Если вы любитель сходить на ВЧ, либо патрулить полицейских, то вам именно ко мне. Вход, конечно же, бесплатный, заходите и закупайтесь. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм. И сегодня мы играем в криминалочку на серии Machine Call Play, первый сир. У них здесь Кирилл Футбуль. И сегодня будет необычная серичка, трюки на БМВ. Попробуем на ней полетать, короче, на трамплинах. Но перед этим, я думаю, вы уже все пишете вопросы, почему ты не девятка, почему ты не во фракции и так далее. Отвечу сразу, чтобы не было таких комментариев, вопросов. Я просто ушел по СЖ. Давайте вам покажу даже вот мутк. И ОПГ Южная. Сейчас, ОПГ Южная, вот. Я ушел по собственному желанию. Не надо спрашивать, почему, я просто так решил. Не знаю, возможно, вернусь когда-нибудь там, либо нет, не знаю. Но я ушел по собственному желанию, меня никто не выгнал, я со своей задачей справился охуенно просто. Лидер мой друг, и я ушел по собственному желанию. Как бы, косяков с моей стороны не было, когда я был девяткой, все было хорошо. Я ушел с чистой душой, так сказать, без косяков, просто ушел по СЖ. Чтобы не было никаких больше вопросов. Итак, прежде чем начать наш эксперимент, во-первых, нам нужно закупиться ремочками. Закупиться ремочками, но это мы сможем сделать именно вот здесь. Это бизнес Влада. Влада бизнес, короче, я уже вам показывал его. Нужно закупиться в багажник. У меня их там так 3 штуки лежит, в принципе, но ничего страшного. Думаю, нормально, да? Неплохо так, неплохо. Так, давайте купим ремку еще. Так, у меня... А, у вас уже есть инструменты. Хорошо, хорошо, окей, окей. Сейчас положим тогда их в багажник. Кто не знает, в багажник можно лежать патроны и так далее. Давайте я сейчас гляну, сколько у меня там лежит их, этих ремок. Так. Состояние. Так, набор инструментов 20. И 41 аптечку я положил. Короче, тоже закупился аптечками. Так, давайте положим. Положить... инструменты положим. Давайте, пока я буду их ложить... и потом уже включусь. Я, кстати, немного приболел, у меня температура, ну, небольшая, 37 ровно. Ну, хреново мне, короче. Вот, мне чуть получше стало, решил видосик записать для вас. Потому что давно хотел такой эксперимент провести. Так, у вас уже есть набор... В смысле? А, я аптечку сегодня положил. Вот я молодец, конечно, да? Ой, это, блин, интерфейс, видите, из другого сера, блядь, неудобный. Набор починки, все. Так, и давайте еще один просто купим. Пару штучек все-таки купим, и все. Чтобы... Если мы просто будем ломаться много раз, поэтому нужно много этих. Потому что попробуем полетать на ней, ну, конечно, без каких-либо читов и так далее. Потому что у меня есть чип на машине, и он срабатывает. И можно так чуть-чуть побаловаться. Чуть побаловаться, но в меру, конечно, в меру. Мы не будем там перегибать палку. Наверное. Так, закрываем багажник, все, едем. Нужно, во-первых, подумать, где эти трамплины есть. Я знаю, есть на горе Южного трамплины, есть в Горели. Ну, скорее всего, сейчас мы сначала в Горели поедем, а потом уже посмотрим и подумаем, куда можно поехать еще. И напишите в комментариях, если вам нравится такая тема, то ставьте лайки. Я, может, на Ямахе потом попробую, на Мерседесе своем. Подобное. Ну, самый лучший варик — это Бэх, потому что, ну, блядь, скорость почти по 200, это четко. Кстати, вот это колечко здесь есть, и я давно хотел кое-что сделать. Смотрите, что именно. Здесь у нас есть мост, да? Возможно ли перелететь? Смотрите, вот такой подрыв идет. Вот я смогу перелететь его или нет? Сейчас мы это узнаем. Я хочу реально попробовать его перелететь. Я давно это хотел сделать. Тем более, когда я сейчас не девятка, я могу делать все, что угодно. Могу страдать хуйней, и мне за это ничего не будет. Я никого не поставлю. Поэтому, пацаны, сейчас попробуем разогнаться до максимальной скорости и прыгнуть. Полетит она, либо перелетим мы вообще мостом и улетим в лес, наверное, скорее всего. Но...
Ничего страшного. Так. Что, пиротехнику продают? Ну, дороговато как-то. Я и то свой дешевле продавал. Давайте, короче, я выключу так чат. И попробуем сейчас сигануть. Надеюсь, у нас все получится. Блин, тут поворот просто крутой еще такой. Так, давай, разгоняйся. Так, немного навстречку выходим и... Давай. Эх, не получилось все-таки, видите, блин, забор сильно высокий. И скорости особо как-то не хватило ей, да? Ну ладно, сейчас будем еще искать трамплины. Я знаю, сейчас горели, есть трамплин. Вот попробуем с помощью него что-то сделать, полетать как-то. Вообще, я хотел бы по полю попробовать поездить, там же ж такие эти и склоны, и нам, по идее, будет лететь. Наверное, да? Ну, блин, просто меня не хочу варм получить, или что там за ИПП дают сейчас. Поэтому и нарушать особо не хочу, поэтому не будем так делать. Но, блин, ночью, если не будет админов, попробую такое сделать. Так, полетать чисто на бэхе, типа... Ну, без читов, просто чипом, с помощью чипа. Ты уже чип ебанутый, когда буст срабатывает, она очень быстро ускоряется и тем самым начинает чуть-чуть лететь. И как-то так. Короче, погнали. Богдан Подбульт, привет тебе. Так, мы уже спускаемся в горель. Сейчас еще, знаете, на отбойниках попробуем тоже повзлетать. Ремок у нас много, поэтому можем веселиться нормально. Ну, 20 раз точно можем еще полетать. Тут есть трамплин, но, блин, там... Я забыл, что там эта херня такая дорога, блядь, дебильная. И там разгон толком не взять. Но сейчас все равно попробуем это сделать. Это так пробный вариант. Я не пробовал, серьезно, еще ни разу. Кстати, вон трамплин есть. Но, блин, там трудно разогнаться. Но мы попробуем перелететь дом тут. Возможно. Хотя, а ну, если отсюда, кстати, разогнаться. Пробовать, а ну. Я вообще, ну вот, за этот трамплин я имею в виду, кстати. Давайте попробуем на него сначала. Блин, но вырулить будет трудновато чуть-чуть, да? Кусты, ну, они сносятся или нет? Давайте попробуем. Надеюсь, меня сейчас, блядь, деморга не посадят. Так. Не сбиваются, да? Окей. Давай попробуем тогда прыгнуть с нитро сейчас. Вот так разгоняемся и попробуем прыгнуть. Чисто так с нитро. Ух, ебать. Не, ну это сильно жестко, да? Как-то очень сильно жестко. Окей. Ну видите, разгон, нужен разгон нормальный. Поэтому как-то так. Так, я починил ее. Давайте попробуем вот там прыгнуть сейчас. Тут разгон можно нормально взять. Фух, конечно, это будет тяжело, но ладно. Конечно, я, блин, серьезно не пробовал, поэтому это будет вдвойне интереснее. Тут разгон можно нормально взять, поэтому нитро включаем и разгоняемся, короче. Пробуем взять хороший разгон такой. Так. Так. Блять, ну ебаные деревья, просто все мешают они. Просто эти деревья реально мешают. Блин, я багажник забыл открыть. Сейчас откроем багажник, короче. Так, открываем багажник и берем ремку. Так, Т-меню. Т-меню. Взять. И ремку сейчас возьмем. Все, погнали. Сейчас починимся, блин, я точно не помню, блин, где трамплины еще могут быть вообще в таких местах нормальных именно. Сейчас пробуем, наверное, на отбойниках полетать. Потому что это будет реально хороший варик. Какой-то чувак стоит. Блин, кстати, я бы этот дом купил бы себе, он такой прикольный. Давайте выезжаем, короче, на дорогу и пробуем на отбойниках повзлетать на всей скорости. Вот, нам нужны вот такие вот отбойники, чисто не взлетать. Может, кстати, здесь попробовать. Кстати, да, давайте как вариант здесь попробуем. Только сейчас развернемся, наверное, да. И попробуем здесь сигануть тоже. Может, что-то получится у нас. Так, берем, короче, разгон. Надеюсь, сейчас там никого не будет, чтобы нам не помешали. Там еще поворот такой дебильный, но сейчас пробуем в него залететь. И залететь именно на трамплин. Так, дальнобойщик проезжает у нас. Штраф нам похи на него. И... Ебать! Не, ну это жестко, блядь. Это пиздец жестко. Ух ты, блядь. Не, ну это пиздец. Хорошо, что мы ремок накупили, блин. Это самый варик только. Ремки покупать. Ладно, это был не варик, конечно, да. Ну что-то они не хочет лететь, блин. Я вот хз, почему... Ладно, взять инструмент и один, все. Так, repair car. И закрываем багажник, короче. Так, сейчас пробуем выехать. Надеюсь, нас не посадят. У меня, в принципе, все записано, что я улетел, типа.
Поэтому не должны нам дать ни хера за эту. Так, давай, выезжай, выезжай, выезжай. И заебись. Все, поехали дальше. Сейчас развернемся и будут пробовать другую сторону так делать. Кстати, как вариант, я вот здесь хочу попробовать это сделать. Вот прям вот так вот. Ебать. Ебать. Это пиздец просто. Бля, она переворачивается. Давай. Давай, давай. Есть. Перевернулась. Заебись. Вот именно для этого я покупал, короче, ремки. Для этого эксперимента. Только мы отсюда, походу, не выйдем, да? Или выйдем? Стоп, мы сюда выйдем или нет? Так. Должны, по идее. А, вон тут можно выехать. Т-меню. Взять. Набор инструментов один. Блин, тем самым, конечно, износ ей делаем большой. Но, блин, пацаны, все ради вас, поэтому погнали. Так, едем дальше. Я не знаю, тут есть, по-моему, такая хрень или нету. Скорее всего, нету. Бэха на чипе или нет? Что-то не вали, значит, нет, не на чипе. Так, вот здесь еще можно. Ебать. Ебать. Ох ты, блин. Не хорошо, что у нас ремка есть. Но можно пока и так пробовать поехать. Чуть дымка есть, ну нормально, чё. Хуй. Чё, блин? Короче, эти бордюрки, не знаю, какая-то как дичь, блин. Ну, толком не полетаешь, я вам скажу. Поэтому едем в последний пункт, где она должна красиво полететь. Ну, если вам понравится, то я подобное попробую еще повторить. И, кто знает, где есть трамплины, можете мне в ВК сфоткать, скриншот сделать и скинуть. Если, конечно, вам такая тема зайдет, если вы хотите еще. Просто я, блядь, не помню, где еще может подлететь нормально. А кто знает, то скрин сделайте мне, плиз, и скиньте мне в ЛС, прям в ВК. Там ссылочка будет в описании на мой ВК. Потому что реально, блин, я забыл все просто. Хотя тут трамплины есть. Поэтому едем на гору Южного. Там есть трамплинчик. Это 100%. Так, вот мы едем уже к этому месту. Последняя наша точка на сегодня. Ну, потому что я, серьезно, толком не знаю. Блин, вот эти отбойники вообще полная дичь. Трамплин тут был медленный. Тут, блин, тут деревья и так далее. Но здесь нам по-любому ничего не должно мешать. Поэтому сейчас попробуем сигануть. Попробуем сигануть. Выключаем вот так вот. И попробуем сейчас сигануть отсюда. Тут самый лучший вариант, я думаю, будет для нас. Поэтому вот так вот останавливаемся. И даем тапку в пол. Блин, нитро нету, стопе. Без нитро как-то очково мне прыгать. Давайте ее заглушим. Откроем. Точнее, закроем, откроем, да. И теперь уже можно ее заводить. Все, и давайте пробуем сигануть. Не, нитроса все равно нету какого-то хрена. Видимо, мы сильно его... Ну, давайте, ладно, так для начала попробуем. Потом, может, интро появится у нас. Пробуем для начала вот так вот сделать. Без нитроса. Ёбать, мы перелетели мост. Ёбаный в рот, мы просто мост перелетели, увидели? Это просто дичь. Мы тупо перелетели мост Южного. Вообще на изи, блин, даже нитро не включил, вообще топчик. Вот это кайф, прям в водичку еще. Ну, тачка починена будет у нас еще. Ну что ж, чуваки, блин, ну это круто, что я перелетел мост Южного. Ну, блин, я перелетел, конечно, его не в ту сторону. Хотя, если был трамплин вот на этой горе... Я разнался бы вот оттуда бы, вот так вот, я думаю, я бы перелетел бы спокойно. Потому что, ну, блин, расстояние действительно большое. Жалко, здесь трамплина нету, вот так вот. Вот тут трамплин бы поставили, смотрите. И вот попробовать перелететь. И чтобы разгон, мол, можно было нормально взять. Я, мне кажется, перелетел бы на BMW бы, туда прям. Но отсюда тоже, смотрите, какое расстояние просто. Давайте даже карту откроем. Вот, смотрите... Вот отсюда я прыгнул, вот это, и прям вот так вот. Ну, блин, смотрите, ну, расстояние, где-то как расстояние моста, видите, вот от воды до воды. Где-то примерно такое расстояние, даже, ну да, где-то такое расстояние, короче, грубо говоря, я перелетел мост Южного, да, на Бэхе. Ну, просто я не вот так вот прилетел, а в эту сторону, но все равно это круто было. На этом я буду заканчивать, всем спасибо за просмотр, ставьте обязательно лайкосики.
Если хотите еще, пишите и подписывайтесь на канал. Всем пока-пока. I said, man, I'm all